Современный этап развития образования связан с широким использованием информационно-коммуникационных технологий. Работа над электронной школой уже идет по всей стране. Началась подготовка курсов с 5 по 9 класс. Башгоспедуниверситет собрал лучших учителей столицы Башкортостана, чтобы познакомить с проектом «Открытая школа». В работе семинара приняли участие представители Управления образования городского округа город Уфа, проректора и преподаватели БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Система разрабатываемых профессиональных стандартов предусматривает появление до 2018 года 12 профессиональных стандартов для различных категорий работников. В настоящее время Минтрудом России утверждены профстандарты для отдельных категорий, в том числе в сфере образования. Открытая школа – это интернет-ресурс, с помощью которого можно проводить индивидуальные и групповые занятия, как в реальном времени, так и сохранять запись в базе. Основная цель проекта – повышение качества обучения в малокомплектных и сельских школах, обеспечение профессионального роста учителей. Электронное учебное заведение будет их дополнять. В такой школе смогут учиться дети из отдаленных районов, школьники с особенностями развития, одаренные ученики, которые занимаются по индивидуальным планам. С одной стороны, мы преследуем цель формирования такой IT-среды, где учитель выступает, современный учитель города Уфы выступает объектом и субъектом создания медиаконтента. И тогда у него гораздо более мощно и глубоко развиваются IT-компетенции. Другая сторона, учителя, которые участвуют в этом проекте, получают современное электронное портфолио учителя, которое позволяет ему конкурировать и претендовать на гораздо более высокие роли с точки зрения амбиций, с точки зрения профессионального роста. Проект планируется осуществить на базе БГПУ. Здесь подходящее техническое оснащение. Учителям же предстоит проделать серьезную работу, прочитать и записать несколько тысяч уроков.